Правительство страны запустило новое приложение «Госуслуги дороги». Заместитель председателя правительства России Максим Акимов представил мобильное приложение национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Получить информацию об участках дорог, включенных в программу дорожно-строительных работ по национальному проекту, может любой пользователь, установивший на своем мобильном устройстве приложение. Должны отображаться и дороги, где ремонт только планируется, но пока эти данные не вбиты. Для оценки и комментария нового сервиса необходимо пройти авторизацию через портал государственных услуг. Приложение доступно в App Store и Google Play. Позволяет оставить отзыв и прикрепить фото. Но нужно ввести свой логин с основного аккаунта госуслуг. В 2020 году новое приложение собираются интегрировать в основное приложение госуслуги.